АСМР, АСМРчики. Часть 46, издание 3, дополненное. К вам в кадр зашла женщина и начала что-то тихим голосом рассказывать. Возможно, вы не понимаете, но темп и тембр речи почему-то заставил вас откинуться на кресло или расслабить шею, или просто чуть-чуть прикрыть глаза. Почему? Да кто его знает? Сейчас эта женщина чуть-чуть поближе подойдет и начнет шептать всяческие слова. Возможно, эти слова покажутся расслабляющими. А может быть, вы даже уснете, потому что нужно иногда это делать. Нет, не слова шептать расслабляющие, а спать. Правда? Давайте попробуем. А может быть, даже повожу руками. Если взять немножечко раз и как будто бы прикоснуться к лицу. Вот так. Как будто бы что-то прямо на щеке. Прямо на щечке. Поймала. Надо еще раз. Раз. Так, с двух сторон, что ли? Вроде поймала. Ну-ка. А что это было? Кажется, какие-то мысли. Мне кажется, лучше это все смахнуть вот этой вот кисточкой. Я ее уже приготовила. Вот эту вот кисточку.